Декоративные мини-пиги, всероссийский конкурс грумеров и международная выставка кошек – это лишь немногие мероприятия, которые могут посетить красноярцы, если попадут на выставку домашних животных в МВДЦ «Сибирь». Что еще приготовили организаторы, расскажем далее. Грумеры борются за звание самого лучшего. Эти соревнования проходят на выставке домашних животных, которые пройдут на всех выходных. Для Елены эти соревнования уже не первые. От Красноярска специалист участвует уже третий год подряд. А вот для русского черного терьера Тэффи такая важная стрижка проходит впервые. Но пес держится достойно. Адреналин был с утра. То есть, да, мне нравятся их встречи, мне нравится уже получать удовольствие от того, что вот красивая собака. Потому что эксперт подходит, да, вот она не была 4 месяца подстрижена перед этим, была заросшая. И когда, ну, надо было, конечно, перед этим посмотреть, какая она была. Гора просто шерсти. И когда сейчас у нее уже породный облик, то есть она вот может завтра вполне идти на выставку. Кроме соревнований по грумингу, в эти выходные в выставочном зале «Сибирь» пройдут и другие мероприятия. Фристайл по танцам с собаками и международная выставка кошек. Но на животных можно не только просто посмотреть. Некоторых позволят даже забрать домой. Здесь есть специальные стенды красноярских приютов. Здесь кошечки в основном. Это бывшие бездомыши. Кто-то был выброшен, кто-то родился бездомным. Мы забираем их на передержки и приучаем жить с людьми. Одну кошечку уже пристроили. Хотя вот только начало выставки, ну, мы рады, что так пошло. Даже если у вас уже есть домашний питомец, и вы не можете взять еще одного домой, это не беда. Животному можно помочь материально. Это важно в первую очередь, конечно, что приюты, которые представляют здесь животных, а безусловно, здесь есть на каждой стойке, ну, такие ящички, да, где вы можете прийти и от души помочь какой-то денежкой, да, для того, чтобы, ну, потому что содержание животных, это все-таки очень затратно, мы все это знаем, животных у нас, к сожалению, много в приютах, и финансово вы можете поддержать приюты. Подобные выставки – это не только возможность заработать очередную медаль или титул для породистой собаки или кошки, но и надежда обрести дом брошенному животному. Выставка в Сибири будет проходить до 8 числа. Антон Тишаков, Сергей Раков, 7 канал.